чтобы мы сейчас рассели все по сторонам, да? И давайте позовем с вами Деда Мороза. А еще было бы супер, если бы мы сделали это по командам. Я хочу, чтобы команда Пекус вот собралась вот здесь, вот в этом углу. Дальше команда следующая, когда у нас Никита Дмитриевич. Дмитриевич Никита. Богатыри. Богатыри, я хочу, чтобы собрались вот здесь. Где богатыри? Я уже подняли. Богатыри, кто у нас богатыри? Где богатыри? Вот здесь собрались. Где вот здесь богатыри? Здесь. Следующий кто? Берите, пожалуйста, микрофон. Ладно, праздник закончился, видимо, Дед Мороз не придет сегодня. Плохо себя вели, плохо тренировались в этом году. Ой, кого я вижу, да ё-моё. Ну что, дедушка, как добрался до нас, дошел, расскажи. Хорошо дошел, по лесу шел, по трошке заблудился. Где палку-то такую нашел? Скоро, вот в лесу. Скоро листья на ней будут распускаться. Вот в лесу шел, посох мой сломался, и пришлось замену искать. Ну, отлично, замена у тебя. Ну что, дедушка, что будем делать на сегодня? Какой план у нас? План у нас самый грандиозный. Ну а давайте-ка дедушку посадим на почетное место. Вот этих вот мужчин мы отсюда сгоним в разные стороны. Дедушке трон, пожалуйста, принесите. Сейчас он сберется, мы знаем, куда Снегурку сажать. Да. Не торопятся окаянные. Просто подарки им дедушка, видимо. Какие-то сегодня дарили в этом году, либо не подарили еще. Ребята ждут на старый Новый год подарки. Вот Снегурку, как полагалось, мужчина с модной стрижкой просил поближе к нему. Он будет охранять ее, чтобы она не растаяла в такую теплую погоду. Эх, ну что, начнем наш праздник. А чего у нас праздник начинается, дедушка? Ребята еще не представились, что они? Ну давайте представимся. А кто у нас в этом углу сидит? Богатыри! А чем богатыри славны? Мы сильны! Вот это да, они сильны. Молодцы, Ну что же, узнаем, а кто здесь у нас сидит? Импровизация! Импровизация тоже сильны? Да. Это ваш девиз? Отвечать нам все, да? Что у нас по плану? Дедушка, что скажет? Дедушка, весело тебе у нас на праздник? Дедушка притомился уже. Сплясать хочет? Съесть что-то? Не хочет есть сушено, дедушка? Нет, посмотреть хочет. А что будем смотреть? Или... А, ну, подсказывает молодой диджей, что надо просто сейчас просто подвигаться чуть-чуть. Подвигаться, то есть тени, да? Туль слегка поделать, чуть-чуть, шпагате, размяться, ну, в общем, как мы любим. Ну что, давайте потанцуем, а что у нас? Музыка! Свет, погодите, пожалуйста. А что сидит-то? Поднимаемся. Я уже вижу. Это самый высокий танец. Вон. Хорошо, отлично. С этим конкурсом справились легко. Все. Самый медленный танец. Дедушка, кто принес?
дедушка то выиграл. Он там, да, я тоже, я смотрю, так извиваю. Так, ну что, команда Куан победила в этом конкурсе. Пожалуйста. У Макса нога болела.
сегодня и с одним из своих.